Всем привет, ребят, мы уже в CSGO, сегодня будем играть с приватным читом для CSGO NixWar, ссылочка на него имеется в описании, также как и ссылочка на покупку пака моих конфигов для этого чита, если что. У нас на этом аккаунте 9 побед, сегодня, я надеюсь, мы уже получим звание. В прошлой карточке на этом аккаунте мы играли вроде бы на калашах, поэтому не знаю, в общем, такое название дадут. Так, не хочу я Мираж, Вертига, давайте Вертига, ладно, оставим, добавим еще Инферно. И все, в принципе, можем начинать. Все, всем приятного просмотра. Уже давно хочешь себе CSGO с Prime или другую топовую игру, но тебе не хватает денег? Steam Top Shop — это группа ВКонтакте, в которой ты сможешь найти аккаунты с CSGO на любой вкус, начиная от сильвера первого, заканчивая глобалом. А также в этой группе ты сможешь продать свой аккаунт с играми. У этой группы 1000 проданных аккаунтов, 1000 отзывов от покупателей, частые розыгрыши и раздачи, а также отзывчивая поддержка. Steam Top Shop, ссылка в описании. По промокоду FROMNIGHT скидка 10% на все товары. Также мои настройки, ребят, если вам вдруг интересно, вот, можете смотреть, наблюдать, если хотите, вот они. Если вам интересно, где скачать мой конфиг, сразу предупреждаю, там очень много моих биндов на закупку, на взятие гранат у меня разные, там бинды стоят. Короче говоря, там очень много моих биндов. Конфиг мой находится в обсуждениях моей группы ВКонтакте, если что, ссылочка на нее имеется в описании. Кстати говоря, подписывайтесь, если хотите. Там проходят иногда розыгрышки, не бывает, кидайте в предложку мемчики, если хотите их также, если что, буду публиковать. В общем-то, ссылочка на нее в описании есть, если хотите, подписывайтесь. О, Вертига. Только начал зевать, сразу Вертига нашлось. Спасибо. Я надеюсь, еще все примут, и будет вообще классная карточка. Только 4 из 10, 6, 10, 7, 10, 9. Все, я надеюсь, мы эту карточку уже начнем. Или не начнем? Нет, похоже, не начнем, а жаль. Так, Инферно на этот раз уже нашлась принять. Уже сразу 6, 10, 7 из 10, 8. Давайте, ребят, пожалуйста, примите. Не хочу долго ждать. Уже почти 5 минут ждем вас. О, все, Ласт Челик принял. Классно, классно, коннектимся. Кстати говоря, так как у меня включен вот этот инфобар, как видите, да, вот этот вот снизу инфобарчик, мне, в принципе, вот этот вот FPS слева в верхнем углу можно убирать. Сейчас вам, кстати говоря, покажу, как это ставить, как это убирать. В CSGO нажимаем одновременно Shift плюс Tab, настройки, и вот здесь в правом верхнем левом углу любом можете убирать. Я просто выберу отключить, потому что у меня, как мы видим, есть тут хорошенький инфобар, где он показывает, сколько раз челика забирал, сколько раз я проиграл, и FPS-ик. В общем-то, все. Да, и этот инфобар луа, радар луа и найт мод луа, и уже есть в моем паке конфигов, если что. Так что те, кто качали, ну, покупали, да, перекачайте просто там же, где, ну, качали до этого, вот и все. Куда их помещать? Во вкладочке, в папке NixWar на локальном диске C, да, там есть папка Scripts. Вот в нее закидывайте, и все. Все у вас будет нормально работать, просто нажимаете на них и загружаете, вот и все. Так, ой-ой-ой. Так, стопор, не дядя. Бежи. Так, отлетаешь. Ой, смотрите, а там аккаунты прям неплохие, смотрите, да? Ну хорошо, надеюсь, они вообще будут играть без софта, и у нас получится прям очень хорошая легитная карточка. И звания, в принципе, тоже неплохие. Все, ждем, пока у нас Last Челик присоединяется, и начинаем карточку. Так, ну что, карточка у нас начинается. Hello. Я надеюсь, микрофончики есть у моих тиммейтов, они инфу тоже будут давать. Hello. Ну скажите, хоть. Да, все, хотя бы одного есть. Надеюсь, он будет давать инфу. И карточка у нас получится интересненькой, как минимум. Да, да, все, они там активные, let's go. Так, на. Давайте радарчик я включу на первый раунд. Да, радар загружаем, и все. На внутриигровом радаре у нас будут они отображаться, наши соперники. Так, они пошли все мидл. Давайте я где-нибудь тут, наверное, встану, да, подожду их. Ой-ой-ой, их там уже двое, как минимум, я вас понял. Трое даже, лол. Сколько вас тут так много-то, почему? Так, сюда никто не идет. Поверху вроде бы тоже никого. Давайте я немножечко вот так вот на шифте подойду. И отсюда начну их забирать. Пытаться. Так, один отлетает. Все, окей. Так, второй отлетает. Без бигтрека, если что, сейчас играет бигтрек. Угу, бигтрек, да. Так, тут тоже никого. А что, у вас тут юспики? Да, я, пожалуй, заберу их тогда себе. Так. Ну, по одному челику точно есть инфа, то, что он где-то здесь просто есть, да. В сайте, либо в вебсах, точно не знаю. Так, никого. И в пету тоже. А вот здесь в нычке он может быть. А вот, кстати говоря, вот и он. Можно попасть? Фух. В голову почему-то не попал, но хотя бы забрал. Так, я лучше, наверное, буду сзади, да, человек? Хотя он пойдет к пленту, как я вижу. Так. Один че. А, вот, слышно этого челика, давай. Так, отлетаешь. Возможно, это даже будет эйс. Оставьте меня, ребят. Give me ace, please, let me ace. Дайте мне. Ух, это есть на пистолеточке, вообще кул. Ну, вроде бы легитное все сделать, тем более он ливизибл играю. Так, ребят, 1-1 счет, я закупил калашик. Раскид не стал закупать, нет, клан, давайте-ка я лучше заберу, я хочу его сам поставить, спасибо. Да, закупил калашик, на втором раунд мы отдали, меня там вообще изи вынесли, вот и все. Ну и там челик у нас желтый вроде бы, пытался, старался, но нет, у него там все-таки тоже забрали. Так, надо идти немножко на шифте, я не хочу слишком сильно пушить, я хочу немножко потише. Так, на плент, смоки сюда уже кидают, они, похоже, прямо уже знают то, что мы именно здесь хотим пушить, да? А здесь вот он, походу. А, ладно, я думал, у меня там сейчас, типа, ванвей смог, типа, он там увидит то, что я проскочил, заберет меня с авиком или с чем он там, да? Но нет, видимо, не так.
Так, тут есть... Опа, увидел, а второго, можно второго одним спреем. Фух, я забрал двух одним спреем, неплохо. Еще один там, а нет, это фиолетовый у нас пошумел тут чуть-чуть, окей. Давайте я лучше так же буду сити, лучше чекать дальше. Лучше так. Так, у нас один сайт или где он, его уже разменяли, да, все, кул. Где лаз, челик? Я пойду вот отсюда его чек, наверное, ждать, выжидать. Или он к оранжевому пойдет. Так, не... вот он. Фух, все, видели, все прочекал. Если он сейчас напишет то, что ВХ, жаль. Так, 3600 у меня на балансе. Сегодня будем открывать кейсы. Так, нет, ладно, снаряжение, винтовочки. У меня только на ССГ хватает. Нет, я думаю, лучше тогда уж ППшку не... О, может вообще с тяжелым давайте поиграем. Почему бы нет? ХМ, XM, XM, ХМ. Сейчас мы его закупим. Погнали с ним, возможно, у нас даже что-то получится с ним сделать. 10 на 3 я иду, у меня 2 звездочки. Желтый у нас в прошлом раунде звездочку заработал. Красавчик, тоже хорошо играет, мне нравится. Он прям старается, красавчик. Так, let's go. Я прям пушить буду, все, я прям с тяжелым вепоном, тут с дробашом. Хочу прям попробовать пораздавать. Надо стараться. Так, один тут, я не знаю. Эпс, короче говоря, один тут в эпсах. Все, идите помогайте, разбирайте. Не знаю даже, сколько мы снял тут. И все, вот так вот просто тебя забрали тут. Ты что, серьезно, дядя? Опа, получаешь. Опа. Можно, спасибо. Так, релоуд. Тут никого не видно, окей, у меня еще есть дигл. Вот то, что дигл отработал, это вообще хорошо. Сейчас буду по головам пытаться попадать. Не видно. Не видно тоже никого. А вот здесь кто-нибудь уже может быть, я думаю. Окей. Так, надо стать прямо по фулам, прощать. Вот так вот летаешь. Эмочку я, пожалуйста, хочу забрать. Спасибо. И за флешку тоже. Так, я 3 минуса дал, да? Возможно, сейчас даже будет где-то и 4, если я его тут где-нибудь найду. Не видно, он наверняка, мне кажется, сити где-то идет. Давай. Опа, все, красавчик, good job, guys. Так, у меня есть эмочка, у меня есть дигл, давайте закупим флеш с мохаешку, и все вепоны отсюда не мои. Угу, но я хочу скины. Знаете, заходим в вкладочку skins, нажимаем просто apply skins, и они у нас применяются. Прикольно, да, такое мне уже нравится. Так, все, идем, 13 на 3 я иду, да, у меня 3 звездочки, все, неплохо. Я хочу бананы уже пойти, да, наверное, нет, да, let's go банан, туда идти не хочу, слишком часто так тоже уходил. Нет, стой, бот, плиз, галдесерия, давай стихия, там и все такое, куда пошел. Спасибо, дядя. Так, никто не идет никуда, банан. Давай. Опа. Сейчас он меня тут заберет, если он со скаутом или с авиком. Нет, все, похоже, не собирается. Там уже моли кинули. Молодцы, ждите, если хотите. Так, опа, хаешечка неплохая. Ой, флешка, говорю. Хаешка, говорю, флешка неплохая. Так, он вправо отбежал, я вроде даже это услышал. Опа, увидел. Отлетаешь, дядя. По второму там инфы у меня вроде бы нет. Пойду лучше своим помогать или нет. Давайте я лучше буду вот здесь вот бананчик чекать. Немножко. Так, вот здесь опасно, конечно, ходить. Опа, коснул немножечко. Он куда, туда отошел или нет? Или вот здесь он? Окей. Так, я вот прям тут, по мне инфы вроде бы нет, да? Сейчас вот на эту штучку мы тут встанем. И будем стараться их победить. Опа, головку-то я у него увидел чуть-чуть. Так, давай. А, я и надо релоуднуться быстро. И пойти пропушить его, пока он вот так стоит. Окей, отошел. Сейчас мы его заберем, надеюсь. Так, по нему точно есть инфа, и один у нас вот тут вот челик, да? Вроде бы мне показалось, что я его тут увидел. Этого точно слышно было, так что все нормально. Так, и он где-то вот тут, короче. Опа, получаешь. Нет, второго тут нет, да? Мне показалось, походу, окей. А где лаз? Дайте тогда хотя бы инфу. Окей, давай, он, возможно, где-то здесь и есть. Вообще, мне кажется, он где-то вот здесь у нас в пристройке. Так, все, давай, плунты желтые. А, not bad. Так, ему давайте эмочку-то скинем, у него там денег совсем мало, и сами калашчик закупим. Все, let's go играть, мы дружелюбные, надо тут все нам помогать, и денег очень много, да, вроде? Ты сам, вроде, можешь закупиться, плент у меня, но все, тогда буду играть в этом раунде от моих тиммейтов. В прошлом раунде мы просто поиграли раунд, потому что не успели плент поставить. Ничего страшного, такое бывает, главное, не дезморались вообще ни в коем случае. Так, похоже, там вообще никого нет, окей, вообще никого не попал, никого не накоцал. Так, let's go, наверное, эпсы понемножечку пушить, да? А, оранжевый зашел, все. Теперь хотя бы точно есть инфа, то, что тут никого нету. Но лучше shift прожимать, потому что он здесь вроде бы не палился пока что. Плент, ой-ой-ой, куда я иду с плентом? Нет. С плентом я пушить не хочу, чтобы у меня плент выбили. Вот, давай, вот так, нет, фух, он поймал, все хорошо. Плент вроде бы не упал, слышно его не было, мы никак не спалились. Сзади никто не обходит. Давайте я пить сейчас по-быстрому чекну. Возможно, даже тапчик поставлю. Нет. А, я. Где? Давай еще раз. А вот этот один челик не получилось. Просто не вывез. О, у нас есть бот. Хух, вообще классно. Вот за бота я сейчас, надеюсь, с авиком нормально отыграю.
Так, сейчас по-любому стук, кто-то где-то идет, нет? А, вон он, все, окей, отлетаешь. Сейчас пойдет кто-то за авиком у них забирать. Авик у них кто-то забирать пойдет, нет? Нет, похоже, никто не идет, окей. Говорит, лонг, 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 это справа, да? Тогда окей. А, это шорт. Получаешь? Так, и тут один челик, окей. Получаешь? Давайте, куда-куда пойдем? А, я уже 3 минуты завода дал, неплохо, неплохо. Ай, ай, как не запрыгнул-то, как так? Вроде бы нормально прыгнул, окей. Так, они план ставят, а вот где Last Челик, у нас инфы вроде бы нет. Давайте я тогда буду вот эту библиотеку, да? Библиотеку. А, библиотеку у нас уже чекает фиолетовый, а где он тогда? Ну, погнали тогда, просто побегу по карте, возможно, даже кого-то попаду. Нет, нет, авик давайте, бату оставим, все. Так, 5-3 счет мы ведем, давайте просто броник и просто пип. P90 я хочу поиграть немножко. Давайте с ним покатаем. Прикольный скинчик тоже возьмем. Ой, случайно скинул. И давайте флешку смог. Все. Хаешку, ладно, давайте, да, хаешку тоже закупим, чтобы уже до конца было. Бот, stay here, please. Stay here. Все, красавчик остался, молодец. Так, let's go. Я хочу просто пропушить банан. Все, давайте просто пушим. Устроим. Опа, нет. Банан UB. Дали инфу. Все, нет, туда я уже пушить не хочу. С авиком опасно, он там с авиком челик. Так, слева. Нормально, да, если то прошу. Ой, вообще не заметил. Бота. Опять я сливаюсь и беру бота. Ну ладно, пусть будет так уж лучше, что. Так, давайте-ка. Опа. Нет, никого что ли нету? А, вон увидел кого-то. Получаешь. Так, еще кто-то будет, у нас тут нет. Давайте, я не хочу кому-то отдать вот этот авик, чтобы кто-то забрал. Так, у нас уже плент поставили, да? Так, подходите. Опа, одного увидел сейчас уже. Он сейчас подпрыгивает, да, наверное, будет? Все равно я его постараюсь забрать. Так, получаешь. Все, авику мы не дали забрать. И давайте бату еще и юспик засаем. Ну, ласты челика, я думаю, мои тиммейты, да, заберут. Молодцы. Опять у меня нету вепона, потому что я за бота отыгрываю чуть-чуть. Ну, P90 я уже играл, как-то у меня не особо получилось. Давайте... О, бизон. Сейчас бизона будем зажимать. И P250 тоже на всякий случай закупим. Если что, если с дальнего расстояния, то лучше уж с P250, чем с бизона, я думаю, да? Пытаться попадать. И пойдем пушить эпсы, наверное, да? Давайте я даже shift, наверное, прожимать не хочу. Опа. А вот тут было даже его слышно, поэтому... Поэтому, да, shift давайте все-таки прожмем, чтобы он точно не понимал, где мы именно находимся. Как бы, чтоб 100 пудов так... Так, опа, ой-ой-ой, он прям хорошо так голос случайно попал, случайно. Так, будет то? Нет, никого нет, окей. Ну давайте сейчас мы ему устроим тут пуш-пуш. Биту есть кто-то? Нет? Вроде никого не видно. Опа, тут тоже никого. А, что, не совсем что ли они держат? А, надо за плентом идти, а где у нас плент? Я понял, бот, возьми плент. Бот у нас не дадут, умыться. Получаешь? Так, один еще челик у нас вот здесь. Так, сейчас мы запушим с бизончика. Так, опа, все, получаешь. Бизон просто сила, ребят, я вам говорил. Реально, с него можно нормально ставить. И давайте вот этот вепон тогда себе засейвим. Так, ребят, у нас один челик получает 24 часа блокировки, потому что он почему-то ливнул. Ну ладно, я надеюсь, мы с ботом нормально отыграем. По крайней мере, просто на это надеюсь. Так, авик закупать не хочу, наверное. Что еще можно закупить, с чем мы еще, допустим, не играли? Ну, нет, давайте, ладно, по дефолту закупимся и флешку смог хаешку. Все. Но у нас, так как один бот, нам нужно просто не расслабляться, а побеждать эту каточку. Прям 100 пудов. Давайте плент скинем, возможно, нет. Ладно, давайте заберем, чтобы потом за ним кто-то не бегал. Фиолетовый. Возьмешь плент? А нет, фиолет у нас поверху вообще бежит, окей. Давайте плент тогда забираем. А то в прошлом раунде или в каком-то раунде, короче говоря, мы просто плент на спауне оставили, и поэтому, наверное, не затащили. Так, ладно. Last go. А, он говорит fast go. Давайте просто пропушим. А, немножко. Ой-ой-ой. Хорошая флешка. Получаешь от спрея. Фух, не ожидал такого. Вот такой у меня спрей. Угу. Так, М4-11. Это вот я хочу поиграть вот с этим. Давай. Так. Кстати, получаешь. Я его реально слышал. Так, plant. Plan default. На дефолте. Это же дефолт, да, вроде называется? Ну, насколько я знаю, на Inferno здесь вот это дефолт. Опа, авик я хочу. С авиком я хочу поиграть. Давайте. Так, получаешь, дядя. Еще один челик у нас, возможно... А, нет, сзади у нас желтый, окей. Давай я буду бананы чекать, чтобы они тут не обходили. А, все, ласт челик, он носить. Ну, да, сейчас мои тиммейты его разберут, красавцы. Опять же, авик не наш. Кстати говоря, дигл закупаем, да, и до конца броник. Опять же, я говорю, авик не наш, нажимаем плюс скинс, и все. Авик со скином, прикольно. Так, с авиком мне, наверное, идти... Давайте я, наверное, немножечко мидл почек. У нас вообще 3 авика, лол. Сейчас, не знаю, смотря сколько на миду будут. Если там двое, они оба станут на миду, тогда, наверное, пойду чекать банана. А так, может, сейчас даже кого-то подловлю. Нет, ну я сюда первый пришел. Давайте поэтому вы, что уходите, ребят. Все, никто пик не собирается, да? Зато у нас бананы идут, я слышу. Так, давай. Yes.
Я слышу, они там с юспиками бегут. Флешки, флешки, давайте. Okay. Один. Второй. Третий будет. One more, one more. One more banana. Так, давайте хаешечка. Опа, а это дикое, окей. Так, это челик вот где-то здесь, наверное. О, нет, мне прям показалось то, что здесь где-то был один. Ну да, ладно, окей. Нет, так нет, нам же и лучше. А, мы в 3-3 играем, я думаю, почему-то нас больше, окей. One City. Я его не услышал, но сам SP загорел. Давайте им все равно дадим инфу. Опа, он прям тут рядом, да? Давай еще раз. Будем еще раз, давай. Хаешечки пытается закинуть. Не надо нам тут такого, дядя. А, нас уже меньше, лол. Опа. Так, окей, давай. Это он, получается, сюда и обошел, да, вот так вот нас? Получаешь, один у нас сити идет, я слышу это, слышу. Слышу, сейчас постараюсь его забрать. One city, yes. Опа, he's low. He's low HP, давай, сейчас смотрим за оранжем, я надеюсь, он нас затащит. У него, в принципе, шансы есть все. Окей. Бывает. Найс трай. Так, нажимаем просто F1. И скинчик, кстати говоря, можно на глоке немножечко поменять. Где у нас тут глок? Давайте поставим, ну, градиент просто. Градиент. А, надо заглавную букву именно обязательно писать. Градиент. Да любой, без разницы, правильно? Ну, да, в принципе, без разницы. Все, let's go. И флешку, махаешку. Бот, да, давай, stay here. Вот здесь. Опа, все, оставайся, 100 пудов у нас тут. Фулл раскид опять же закуплен, да, и калаш. Ой-ой-ой, там с авиком нет. На него пикс я не хочу. Ой-ой, хаешка хорошая залетела, даже меня коснули, молодцы. Так, давай, подходим, ребята. Пожалуйста, давайте сами. Ну что ж вы, они хорошо точки держат, молодцы. Ну реально играют, то есть нормально прям. Флайер тоже неплохой. Так, они же меня тут не спали, получается, никак, да? Не увидели то, что я вот здесь нахожусь. Окей, это хорошо. А вот тебя с авиком уже спалили. Тут заскопился и все. Они теперь знают то, что тут как минимум один есть. И что же нам тут делать? Тут никого нет у нас? Нет, окей, тут никого нет. Надо спокойненько сити прочекать, нет? Здесь вот тапчик просто... Ой, нет, никого. И окей, давайте я лучше уйду отсюда, потому что я вот в этой ситуации я в себе тут не уверен. Я думаю то, что меня все-таки тут победят. У меня позиция хорошая там. Так, нет, окей. А, еще один, давай. Ну, попикайся еще чуть-чуть. Давайте хотя бы сравняем хоть немножечко ситуацию, я вас прошу. Так, отлетаешь второй. Все, ой, минус 3 я уже дал. Возможно, это даже будет эйс, посмотрим. Тут тоже никого. В питу, они, по-моему, они остальные все. Ой-ой-ой, one pit. Давайте хаешку туда забросим. Где-то тут, наверное. Ай-яй-яй, ну я был low HP, да, я не знаю, какой вывести. Минус 50, наверное, где-то я ему дал, да? О, он его собрал, красавчик. Опять же, он... А, у нас и надежда на желтый. Он хорошо играет у нас, в принципе. Ну, опять же, немножко не фартанул. Ничего, все нормально. А, они уже плентят, лол. Можно с блока ему в голову попасть? Спасибо, 2-2. Все, идем аккуратно. А, еще один минус. И вот, нормально, все, зафайтили с ними тут. Так, ну что, давайте закупим броник. И давайте сразу эмочку, да, просто сразу же с эмочкой и флешка на всякий случай. Все, закупился по фулам, у меня 0 денежек. Ты go B, я тогда тоже, да? Да, все, хорошо. Бот, только stay here, please, я тебя прошу. Все, бустится, я хотел просить, что он мне тут забустил, но нет, я что-то передумал как-то. Так, внутри радара выключу, давайте флешку закинем и немножечко пропушим тут. Так, окей, никого не видно. Они теперь знают то, что мы тут пушим, потому что мы сюда и хаешку закинули, и флешку. Это, конечно же, немножечко полевно. Минус один. Давайте-ка второго. Опа, молик у него неплохой. Так, закинул он неплохой. Минус еще один. Так, еще буду челик? Нет. Ай-яй-яй, нет. Дайте поиграть, дайте пожить. Спасибо. Так, ждут меня тут еще нет. А, в гости нет. Бота, можно? Да, у бота еще и ухни. Прикольно, он закупился, хорошо. Так, нас четверо, их двое. Еще один минус, если я дам, было бы прям вообще класс. Нет, там оранжевый, там никого нету. А, ласт челик. Ну все, я думаю, сейчас мои тиммейты уже задавят. Ну, если нет, я помогу. Вот он. Давайте на ножа. А, нет, мне показалось, он за ним фиолетовый идет, окей. Фиолетовый оставил. Я хотел оставить себе минус просто. Ладно, окей. И так садил, спасибо. Давайте нажмем просто F1. Что закупится, то и закупится. Ну да, ФАМАС. Так я уж и думал. Давайте тогда скинчик-то уж хотя бы на него поставим. Стартрек, конечно же, 1750. И здесь механа пушка. Пушка. Механа пушка. Так вот, какая из них, я точно не помню.
О, прям сразу же на нее попал. Хорошо, вообще классно. Так, и удаляем. Все, let's go. Вот ты тут оформите. Вот здесь оставайся, пожалуйста. Под Б, под А. Мне надо на Б идти, Я что-то слишком долго тут уже на спауне задержался. Задерживаюсь слишком долго тут уже. Так, надо на шифте, чтобы меня слышно тут не было. Хорошо, хаешки он тут еще откидывает. Какие-то гренки. А, нет, тут нет. Мне показалось, он же вроде сказал Б. Я думал, тут прям пуш-пуш происходит. Оказывается, нет. Опа, один. Так, по кому-то попал вроде бы, но еще второго не забрал, окей. По мне зато инфа у этих челиков есть. Опа, еще один. Help me, please, help me. Так, окей, подходим, ребятки. Опа, они знают, что я прям где-то здесь рядом. Я топнул случайно. Опа, минус еще один. Окей. One more, да-да-да, я слышал. Так, вот так вот давайте встанем. И все, здесь вот его будем ждать. Где он? Ага, понял. Один в один. Один в один. Ох, неплохо. Сори, я как смог, так и... ну, не получилось. Так, денежек у нас маловато. Давайте тогда просто броник и просто ППшку, кстати говоря. Да, почему бы нет? Вот бизон с бизоном. Сейчас, в принципе, неплохо можно отыграть, я думаю. Так, я опять же иду с зеленым. А, стоп, я зеленый, да? Я, говорит, да, я иду с желтым под Б. Давайте я где-нибудь с бизоном прям поближе. Вот так вот стану, чтобы прям побежать. И всю тиму, если что, запустить, если они сюда вообще рашить пойдут, конечно. Я просто не знаю. Так, от третьего лица все чекаем. Так, там один как минимум есть со скаутом. Понял? Понимаю. Угу. О, давайте. Нет, остальные кто-нибудь заберет? Нет, бота у нас забрали. Давайте посмотрим на желтый. Так, он их заберет? Нет. Я вроде хоть немножко покоцал. Да, молодец. Желтым я уже вроде лайков кидал, поэтому... Ну, если что, давайте, да, я ему лайк уже кидал, тут уже не повторить. Так, 10-10 у нас счет, мы делали в прошлом раунде, я попросил фулл ика сделать, мы идем прям в притирочку с нашими соперниками. Давайте закупим броник и, наверное, эмочку, пусть по дефолту нам так и будет. Да, и две флешки можно, я думаю, смочок мне, в принципе, не нужен. Так, надо бы, пожалуйста, чтобы ты бот прямо вот здесь вот остался где-нибудь, пожалуйста, чтобы мы тебя, если что, забирали. Жаль, сказать, что челик один ливнул, я думаю, возможно, с этим челиком было бы даже как-то легче побеждать. Давайте радарчик, кстати говоря, включим. Немножечко, возможно, он нам и поможет. Так, ну ладно, в эпсах никого нет, у нас там оранжевый все чекает. А вот мидл, я думаю, можно и подождать. Так, радар же я включил. Да, радар у меня включен. Вот здесь я хочу прочекать. Окей. Один идет к банану, я увидел. На радарчике, я думаю, у них тоже высветился, да? One banana. Так, все, let's go. Они меня слышат, по любасу, да, вот тут. Так, получаешь, летаешь. И там есть еще один. Поэтому... Туда мне лучше не идти, я думаю. Опа, увидел. Получаешь. А, я думал, это был бот. Он что-то по мне даже ни разу не попал. Ай! Ой, да как так? Мне спрей-то не хватило. Бота по фасту. Все, берем и бежим. Давайте я лучше на А пойду. Через А пройду. Потому что на Б и так много моих челиков. Окей. Ицей. Так, один. Мы будем кого-то еще зажимать, нет? Так, давайте, подходите. Окей, он ушел. Хотя бы один минус я дал, но потом он ушел, окей. Так, он сюда будет запрыгивать или нет? Не знаю, но он с авиком, поэтому мне на него выходить как-то немножечко очково. А, он все назад убежал, да? С плантом, типа того, я понял. Он будет пытаться на Б заходить или сейвить? Окей, никого. Давайте его будем пушить просто. Так, радарчик, кстати говоря, тоже выключу, давайте, чтобы, если что, не спалиться. А, они его забрали, молодцы. 11-10 счет, немножечко мы выбились вперед, но один раунд, это, в принципе, они сейчас это могут спокойно исправить, конечно. Так, давайте с Аугом поиграем, попробуем, почему бы я скинчик никого не поставил. Ладно, ну ладно, я сейчас уже не хочу ставить, не хочу никакие тайминги терять, я даже не знаю, куда я пойду, нет. Лучше уж тогда своему челику это помогу. А ты боль здесь оставайся. Я обычно просто на бэх гонял с этим желтым, но сейчас, видимо, фиолетовый решил помогать желтому, поэтому я пойду с оранжевым. Оранжевый уже слился. Так, опа, уже смог, флешки будут еще, флешки, я в ожидании флешек, ребят. Так, ну давайте же, ребят, я такой не попаду, нет вообще тут. Так, возможно, даже кого-то забрал бы, наверное, но нет. Так, релоуд. Ицей. Они же прям запушили. А, ребят, давайте вы мне тут поможете, пожалуйста. Опа, услышал. Получаешь, дядя. Так, и вот с этой стороны полюбас тоже чирки сейчас пойдут. А, они в сити решили уйти, окей, я вас понял, иду помогать. Они будут меня тут ожидать или нет? Ну, я думаю, да, если они не глупые, то я думаю, да, кто-нибудь один да останется меня тут ждать. Пока что никого не видно. Окей, проходим, не боимся. Так, у нас один на Б-сайте есть, да? Так, окей, отлетает. Опа, отлетаешь, еще один, а, один в один.
One more side, говорит, ну давай. Опа, фух, забрал. Прям неплохо, неплохо, нормально. И калашек засейвил. Ну на, он, походу, там калашек выпрашивает. Получай. Все, присаживается. Все, бери, мне не жалко. Так, закупил эмочку, флешку, смог, хаешку. Набор сапера у меня имеется. Я его в прошлом раунде подобрал. 38 на 15, я ошибаюсь, у меня 8 звездочек, неплохо. Так, смог. Заберут? Нет, хуй, не попали, это хорошо. Так, кто тут? Опа, одного точно увидели, хорошо, классно. Сейчас мы его, возможно, тут даже и заберем. Угу. Потому что у нас по нему инфа точно имеется. Так что это все будет ликвидно. Опа, получай. Спасибо за глок. Ну и все, тут больше никого нет. Это, похоже, пуш. Пуш Б у нас будет проходить сейчас, да. Так, вот тут надо быть тихо. Возможно, мне тут, возможно, меня тут даже не спалят. Так, по одному точно есть фан. Но их тут, я думаю, как минимум двое. Один. Летаешь. А вот второй. Второй тоже отлетает, окей. Тут никого. Банан тоже по фулам надо прочекать, окей. Так, хочу с М4-1 поиграть немножечко. Так, давайте потихонечку на шифте проходить сюда. Ай, запушил, все, классно. Так, попросил тиммейта сделать тика, ну ладно, там 1-250 закупил или что, неважно. В общем-то, 13-12 счет, каточка просто интереснейшая. Я могу, конечно, включить ВХ и начать играть еще жестче, но зачем? Я хочу именно вот по легиту, вот именно, по-моему, вот именно вот как я сейчас играю, именно вот в этом и есть прикол всего легит. То есть челики без читов играют настолько же хорошо, как и я с читами. То есть они прям вообще красавцы, я даже спокойно лайков им бы всем кинул, если бы мог. У меня только 2 лайка хватает, поэтому первым бум... А, все, нет, все, видите, больше нельзя. Только на первых хватило, они играют точно без читов. Типа, ну, не точно, я не знаю, ну, типа, вряд ли они играют софтом. Я такого, по крайней мере, за ними не замечал. В общем-то, качка интересная, вот и все. Надеюсь, она вам тоже очень понравится. Олби, говорят, ну, давай. Так, давайте-ка с юспами тут немножечко будем пропушивать. Опа, один. Так, кого-нибудь сберу? Нет, хотя бы космово нормально. Неплохо, окей, давайте еще раз-ка. Опа, минус еще один. Хорошо, с юспами тут пушим, нормально. Ай, он лоу-чпи, пожалуйста, я на вас очень сильно надеюсь, ребята, пытайтесь, я вас очень прошу. А, плент выбили, все, молодцы, хорошо, им осталось только ждать, они тут двое стоят, поэтому я думаю, если что, они его зажмут как минимум одного. И второго тут, в принципе, не сложно быть, надеюсь. Фух, минус один, который я накосил, и минус второй, good job. Так, ну что, последний раунд, или у нас идет 15-15, либо челики нас побеждают. Что мне делать, на что мне хватает? Давайте, нет, броник я хочу точно закупать, и... Из винтовочек только на ССГ. Ну давайте попробуем, почему бы нет, и декой. Все. Так, пойду. Я хочу пикнуть, прям вот именно сам пикнуть на Б этот банан. Давайте попробуем. Хотя бы на ничью, но в принципе качка получилась нормально. Да, не откалибруемся уже точно. Типа, звание мы этой качки не получим, но ничего страшного. То есть, it's okay. Так, нет, окей, не попал. Все, опять же туда пикать я не хочу. Хотя, вообще-то говоря, если честно, очень даже хочу. Поэтому давайте пикнем. Опа, смог. Смотрите, как сейчас, возможно, увижу смог, а нет. Там был, знаете, такой баг, типа, когда вот молик и смог, там, возможно, в смог будет видно, как моделька у игроков. Так, one low HP уже там. Один low. Ой-ой. One low HP, как... Так, нет, все, я не хочу, я хочу его пикнуть, так боюсь, реально. Я очень хочу его пикнуть, но очень боюсь. Так, ну все, они идут на, я понял. Да, а нас уже трое, их пятеро, ё-моё. Вот это уже вообще нехорошо. Давайте радар. А, у меня радар включен, окей. Тут никого. Вот здесь вот тоже 2 в 5. Ну понятно, в общем-то да, все, этот раунд уже за ними, все понятно. Thanks for the game, guys, goodbye. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, пожалуйста. Также добавляйте друзья в ВК, если что, ссылочки все имеются в описании. И вот эта музыка, еще бы в конце играть, ее сможет найти в моей группе ВК с районных аудиозаписях, если что. Да, в этой карточке не откалибровались, но я считаю, карточка получилась интересная. В общем-то, да. Пишите о ней свое мнение в комментариях, если хотите. Все, всем покеда и хорошего всем настроения.